Первые впечатления – заднеприводный автомобиль на скользкой дороге. Ощущение, в общем-то, на самом деле драйв. И зимой, и летом, и весной, и зимой передвигаться по льду, по воде, по торосам. Яркий пример сейчас по камням прошли, и я даже не понял, что там были камни. Хотя инстинктивно пытался от них уйти. Я посмотрел интернет, посмотрел сайты, выходил на несколько операторов зарубежных, но аналогов в мире именно по проходимости, по возможности преодоления препятствий, фактически до метра преодоления торосов, никто не производит. Только здесь, только в Красноярске, только в компании «Север».